Диагностирован аутизм, ранний детский аутизм, больше, чем у 100 детей. И это для нашего города очень много. И с учетом того, что аутизм ставится после 3 лет, а до 3 лет вообще, особой диагностики нет, то поэтому таких детей гораздо больше. А это самая проблемная категория детей, потому что, очень сложно найти к ним подход. И наша цель вот еще этой акции не только проинформировать горожан, но чтобы к нам наконец-то повернулись и органы власти, чтобы такие дети не сидели дома, а ходили в детские сады, в школы, могли посещать культурно-массовые мероприятия.